Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня у нас очередная покатушка. Red Club. Честно говоря, я забыл, как она уже называется, но у нее есть клевое, крутое название, которое вы увидите в названии этого ролика. Сегодня у нас такое 28 или 29. Какой апрель? 2 февраль, март, апрель. Какой-то апрель. Это апреля. Сейчас посмотрим. Апреля, суббота. Так, надо включить трек. Тут есть, местоположение есть, вилог. Вилог есть, громкость на максимум. И поехали. Музыку еще надо включить. Сегодня, как обычно, у нас будет на протяжении всего видео развлекать музыка без авторских прав, которая взята с канала ВКонтакте. Музыка без авторских прав. Я оставлю ее, соответственно, в описании. Миссии у нас, как обычно, нет. Мы выходим, мы одеваемся. Да, Миша? Мы идем. Уже 13:12. А их до сих пор нет. Будем ждать. Чем? Что, опять не напрасно? Покраски в ремонте. Эту штучку от тебя развел. Палец? Нет. Конечно. Че, ты ведущий, как обычно? Вы же там своими путями ездите. Now that I've found.
меня умрет. В центре на площади полиция рядом с пешеходником стоит. Будьте аккуратней. Что, кайфово тебе? Ножки так согнули и все, и поехали. А, струсил? Да. Струсил? Так мы перешли переход, не спешиваясь. И чё? Они на нас со слюнями смотрели. Да. Нет, я, конечно, всё понимала. Но этого я не поняла.
есть, есть. Что ты где двигаешься? Мы уже подъехали на лавку. А, наблюдаю. Вот с вами? Давай. Осталось только брызговик поменять. Такие, газы вон туда поснимать, старт. Куда? У меня камера опять артефачить будет. Понаставит своих колес на подножках тоже мне, блин. Поехали снимать. Куда снимать? Куда он? Да вот с угла, наверное. Все, поехали. Сам виноват. Да мне котлы. Не гоняй. Ну и чё? А, уже выехали. Жопник. О, оставляй колесо позади себя, правильно. Чё, всё, стар, что ли? Давно уже. Да? Ты оставляешь колесо на разгоне за собой? Нет? Вот как он, например. Серега, вроде даже рюкзак не забыл. Thank you.
12-10 секунд уже. Там не все проехали же, да? Да, стоит толпа еще тут. Так, Блоки, ты там в замыкании едешь? Мы с Жокой в конце, да? А, все привет. Двигаетесь, да, смотрю? Поехали. Димка, все, готовься, мы поехали. Готовься. Сам где-то за газелью стоишь. За газельку, да. Все. Зеленого дальше, все нормально, соберемся, успеваем.
Нахали, блин, коробки, все это форка, капец. Да, все проехали. Осторожно, там кочка. Thank you.
Так, а тут завод Кока-Кола. Что там, кто говорит, знает, что дорогу? Куда? Завод Кока-Кола, говорю. А, да, завод Кока-Кола.
Леха, мы до метро не доедем. Идем правее на Фильзу и по Шевской. На горочка. Есть в планах на лыжероллерку в Калинине заехать? Нет. Аж там будет. Что, в пельменную едем? Давай направо. Тут перейдем и на следующем светофоре по дороге не влезем. Thank you.
мотор не работает, поэтому по знакам переходим осторожно. А, блоки все перешли? Да, за мной еще сзади самокат едет. Ты же хотел быть последним. Пока ты постоянно вперед вырубаешь. Ну, бегемот, пушка, да? Да, возможно, не наш самокат, я не знаю, уже в зеркало плохо видно. Все проехали. Тут 30 секунд зеленого, да, нормально успеваем. Все соберемся как раз. Я Жойки не вижу, например, видимо, не все. Пятеро. Чего? Так, вы что, нас загнали, нет? Вкусная точка, проезжаю. А, ну все, да, мы возле КФС, ну вон я вас вижу уже. Thank you.
Уходи налево. Штука. Че, сколько заказов? Клево, да? Что сегодня нет с нами? Я говорю, вот выезжай, говорю. Передаю ему привет. Катайся. Ты на плановом? Я не на этом. Ну что, вот. А я вот на нем работаю. Я на нем работаю. На колесе. На колесе прям? Да. Заебись? Вообще. Бывай. До 100 тысяч. Там после тебя никого нет, да? Или только идем сами? На шеломах? Да, я последний. Все проехали? Да, все нормально.
Давай уже ролик, вот сколько где мы заедем. Мы заедем, ставь там дороги, вот, потому что там сейчас каждый перестраивает постоянно все, чтобы не попасть ни на лесенки, ни на что. Нет, ты не понял. Сейчас вон там налево поворачиваем, квартал, два квартала левее, и там дорога, которая идет к гаражам, она же приходит в жулерке прямо в середине. Да, я понял тебя. Они будут затаскивать это все, самокаты на лыжероверку? Нам вот заехать можно было в том году. В это можно заехать нормально. Поехали. Вот не здесь, дальше, дальше. Я не знаю, ты хочешь, повели там. Я вам скажу, где повернуть налево. До общаги надо повернуть налево. После. Куда едешь? Там нет светофора. Там и поребрик. Я справа по правой стороне надо ехать. Так, машину пропускаем, ребята. Thank you.
100% уверен, что скакать сейчас. Мы тут 2 недели назад ездили. Где скакать-то? Тут все убрали. Лёха, никто не потерялся? Нормально все, дорогу видим? Да, да, я последний. Все нормально. Все принято. Цветастой девушкой попрощались хоть? С кем мы попрощались? Там была цветастая девушка на М5. А, да, с Березой мы попрощались, конечно же, да. Поедешь? На колесе. Поедешь? Да? Там вообще дети вон на выходе идут. Да тут вообще, блядь. Футбольчик, кайф. Тут это... Вот те, кто ездят вот, ну, на этих, на роликах, вот с палками, они реально, блядь, палками машут, нахуй. Они не палишь, нахуй, там наша трасса, блядь, такие летают, пиздец. Зато по правилам. Здесь вот, видишь, типа, велосипеды, как бы, это пусть, но коляску нельзя, что? Пофигеть. Коляску, да. Березе прикольно, у она не береза, а шилов. Ну да, там. Она длинная, да. И на ней почти никогда никого не бывает, потому что она далеко от города. И перед ней тоже прикольно, это велодорожка где-то. Да. Тоже охрененно. Ну, уже первые уже возвращают. Давай, до продава. Что, нет? Все пищит, он, блядь, гоняет. Вау! Скользят на поворотах. Ужас. Зарядиться хотел. Прикольная трасса.
Опасная лыжа, вылечу. Классно, давненько я тут не ездил. Ой, паренька жду своего. Руха, что ли? Нет, этот. Вон, на силокате. За колесо прокатиться? Да. Я тоже хотел. Так, а чё молчишь? Вот подошел, сказал. Вот на второй, со второго круга идет уже. Телефон надо было отдать ему. Кого? Телефон, чтобы трек записал. Да ладно? Самоубийца есть. А чё без коня? Было 26 километров. Сейчас посмотрим, сколько он, сколько этот круг. Это мы за сегодня проехали, да, уже? Да. У тебя насколько его хватает? 80 пусть будет. А емкость? 1550. Мы ждем сами на колесо. Как тут круг нормальный такой? Может, он навернулся где-нибудь? Не знаю. А, нет, вон едет. Да там тридцатка, дальше подъем. Куда ему? Быстрее не разгонится. Зато на горочке почувствую, как педали поднимаются. Ну что, сколько, как думаешь, круг этот километр? Приехал. Да, по маленькому прокачусь. Что, сколько? Километр 100. Ну, гобли, ты жесть. Сколько сильнее зажимать и устоит, ноги загибаются. Дальше передай человеку. Пока мы по Шарташу поедем. Че, ты успеешь? Нет. А че у нас сколько остановок? Не знаю, возьми телефон, запиши мне круг на память. На камеру? На память, говорю, круг запиши мне. Где перед? Что, не дали? Да. Держи телефон. Забирай. Свой, да. Ну, вот он, да? Лишь бы свой, а там что-то еще лежит. Там пропуск. Thank you.
да, вижу. Да, продолжаем движение. В этой группе последние еду, чем у кого-то забыли на светофоре. Не знаю, Жука, что молчишь-то? Я последним был, все два светофора, никого за мной не было. На роллерной там Миша был со своей девушкой, мы их забрали и поехали. Не-не, вы последнего светофора перекресток фронтовых бригад. Я последний был, никого не было. Лёха, чё смету вводишь? Растянулись, видимо, здорово. Конечно, растянулись. Вот сейчас подтянемся, он всё равно светофор впереди будет. Да не должны, я самый последний с роллерной выезжал, там никого не было. Thank you.
только сейчас к знаку 20 подъехал. Подъедешь, но не проехать же. Вон у этого, как он там, блин, строительный двор, там большая поляна, там соберемся. Хорошо. Инвалиды. Thank you.
так. Может, на пляж выехать? На какой пляж? Да на любой, в принципе. Сейчас приедем, на асфальт там разберем. Может, это бегот горит? Все в ТП. Перед тем, как мы поедем на люди, надо это, того этого. Опорожнение, понятно. Дорогу, дорогу, велосипедистам, чего вы встали? Это он эволюционировал. Это наконец-то нормальный транспорт. Это покемон. Он эволюционировал. Ну, нормальное колесо. А на асфальт я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я. Все, последний. Thank you.
Все, что ли? Накатался? Устал. Устал? Да. Я, видимо, ноги как-то неправильно держу. Ты чё? А? Домой? Всё, что ли? А чё так? Я думал, ты прокатишься. Так ты дал ему весь прессовать. Так, я думал, вот еще прямую, длиннющая туда, а потом... Там вот здесь, вот и сколько. Ничего. Не расслабишься. Точно? Стороны Высоцкого. Давай. Да успеем. Вот. Проходим. Водичка очень вкусно пахнет. Не находите? С рыбой и этой тиной. Вода мокрая. Thank you.
Ты смотри, словно зеркало. Установили. Его же вот позавчера еще не было. Ну-ка не разгоняйся. Слышь? Ты телефон забрал. Оп, забрал. Так все, это финиш. Я положил дома минералку в морозильник, чтобы охладить, и забыл на 2 дня. Обида. Холодная будет. Да. Да все уезжают. Люблю, целую, пока. Да что ты орешь? Да эй! Все уезжают. Прощай. Живо со всеми прощаюсь. Ниндзя. Я ниндзя. Да? Где рацию разбил уже? Чем? Чуть экранчик потекший на рации. Сломал? Таким купил. Ау. Пока, Роман. Всем пока.
Давай, давай, трудись. Крути руками. Откуда приехали? Все молодцы, всем спасибо. Пока-пока. Пока. Пробка. Пробка. Почти 40 километров сегодня накатали. Никитов пальцем показывает. Ты меня спросил, того, тебе ответил. А на дорогу чего не пальцем? Thank you.
включать вот это. Thank you.
Давай, пока, было круто, вообще, спасибо. Пока. Тяжело что-то мне на своих колесах ездить. И фары выключи вообще. Понял? Давай, понял. Пока. Хорошо, как вам путешествие сегодняшнее? Мне понравилось. Отличная субботняя фоточка. Кто-то еще даже общается по рации. А мы вот так вот и завершаем ее. Завершая поездка льда мой. Я думаю, по записи она получилась довольно-таки коротенькая, как мне кажется. Спасибо всем, кто был на этой катке сегодня. Также зовем новеньких на электросамокатах, велосипедах, моноколесах, на всем на том, что сможет угнаться хотя бы за мной. А это 30 километров в час. Такие дела. Хотя бывало, даже с нами велосипедисты ездили парочками. Так что увидимся в следующем видео. Я желаю огромной удачи, счастья, добра, любви и позитива. Всем пока-пока. Бонусное прощание. Кто досмотрел до сюда, вы офигенно. Все. Вот сейчас точно. Вот сейчас точно. Всем пока-пока. Общий километраж за сегодня 42 километра.